Всем привет! Сегодня будет видео по токарной обработке. Будем сегодня точить две втулки старопластовые. Такой у нас кругляшок есть. Конечно, он большеватый. Надо нам выточить две вот такие втулочки. Это ижевская ось с корыта маятника. Вот место бронзы. Тут, сами видите, все разбито. Размер на 17. Ось я уже выточил новую. Не стал снимать что-то видео. Думаю, тут ничего такого интересного нет. Ну, как получилось. Это был сток с амортизатора. С девятки. Тоже на 17 он также. Не знаю, чуть-чуть я его сделал, наверное, на соточку. Он в плюсе, но я думаю, позалезет там, чем эта ось. Здесь, правда, резьба не ось. Была старая резьба у штока. Я тут дорезал немножко. Здесь почему-то немножко было просажено. Но я думаю, нормально хватит тут резьбы. Хотя родная резьба маленько другая идет. Ну, как хозяин сказал сделать, так я сделал. И здесь немножко вот по-другому сделал. Просто упор был шляп. Здесь еще надо две высочки сделать под ключ. Это я болгаркой сделал. В общем, тема не про них, а вот про эту втулку. Надо две сейчас вот такие втулки нам изготовить. Будем из старопласта их делать. Бронзы у нас есть, но там большой кругляк, мне жалко точить. Но, в принципе, говорят, что старопласт не ходит. Так, ну, даже не на 50 он. 52 там с копейкой, видишь? Так, сколько же вот это? Втулка понаружи. 25 ровно. Ну, я думаю, чуть-чуть ее в плюсе, наверное, сделаю. А может быть, я не буду. Конечно, надо мерить микрометром. Сейчас я достану на микрометр. Что сломан? Сломан. 17 в минусе 3 сотки. Так. А я что наточил? Ну-ка, держи эту. Включай. Так же вот. Угадал на станке. 3 сотки, да? Я думаю, тут это не критично, ну-ка, с этой стороны. Потому что я точил не за одну установку, он отрезал мне тонко. Пришлось точить с переходом, ну, за две установки. Ну, и здесь 4. А нет, здесь даже в плюсе маленько. С этой стороны тоже получилось. О-о-о. Блин, наверное, толстая захреначила. В принципе, 5 соток, я думаю, не смертельно. Во второпласта точно войдет, да? Да и в эти гнезда, я думаю, забьется плотничком-то. Так, надо нам на две втулочки примерно сразу приточить его. Вот так вот. Примерно сделаем. Так. Так, сейчас нам что надо сделать? Нам надо рассверлить, да? Рассверлить где-то на 16 сверлом, на 15 можно. Потом расточить нам надо тоненький резечек. У нас где-то же были, да, тонкие резцы? Ну что, пускаем стружку. Протачиваем до диаметра. Так, у нас 53. Протачиваем до 25. Ну, до 26 сейчас. До 25. Да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
побольше сделаем. 0,7 было. Сделаем 13. Чуть мы тут не пролетели с Андрюхой. Я вернее. Шляпу-то надо тоже учитывать. У втулки. Шляпа у нее 30. Мы как раз заставили 30. Как хорошо, что размер, блин. Тут даже 31. Ну так и пусть. Больше понаружи протачивать не будем. Не, ну будем это. Только уже втулки отрезать будем. Тут, наверное, сразу отрезным, да? Сейчас мы просверливаем, растачиваем и уже сразу в размер и отрезаем сразу. Отрезным прям резцом. Сверлом сейчас на 12 пройдем. Насколько ли она хочет? Я даже не мерил. Тут, в принципе, не так уж важно. Блин, тут задняя папка меня достала. Я могу ее растопориться. Так, что у нас?
коснулся, я померяю диаметр. Так у нас почти 17 получилось, если я не ошибаюсь. А не, иди 17. 13, ровно. 13, надо 17. Ну сейчас пару миллиметров. И балы. Да можно не пару. Видно? Ну, сейчас пройду 16. И там еще как раз миллиметр чистовой. Да, хотя тут чистовая, да, она особо очень нужна. Ну, как-то везде не пройдет, да? Не пройдет, а везде. Надо другой везде сделать. Не, он не пройдет. Толстый сильный. Вообще на то не затонет. Где же у нас еще? У нас будут вроде. Вообще-то они. Так, сейчас мы чистовой проходик сделаем. Резец мы там подточили немножко. Уже, в принципе, расточили, немножко туговато. Я хочу здесь немножко сделать, как бы, ну не то что слабо, но не туго, а лучше здесь чуть-чуть потуже. Сумка, когда туда запрессуется, сам маятник или куда она там. Она немножко здесь сожмется, я думаю, все равно, да? Тем более не такая уж она тут толстая. Ведь будет, я думаю, нормально. Ну и сейчас делаем сами втулочки. Делать будем отрезным резцом. Так, оборотики что нам убавить? Пусть они такие. Пусть такие. А нет, ровно. Поменьше поставить. Надо было, кстати,
плюс-минус трамвайная остановка. Ну, 25 сделаю, да нет, сделаю так же. Вот. 22 с половинкой, ну 22. Так. Мы здесь по нулям ставим. Да, такая? Она более прикрепленная. Так, 25. Еще пару миллиметров. Чуть-чуть плюсы, но я, наверное, плюсы оставлю. Да. Чтобы она запрессовалась, да, туда? Это же парадвастный грунт. Получается, что, 5-4 десятки я сделал плюс. Она это, кстати, немножко плюс. Бунислава получилась. Здесь две. Здесь три. Даже маленько слабовато сделал. Ну ладно. Так, что сейчас отпиливаем его, да? Или пойдет?
естественно, было опасность. Ну, я балбес, конечно. Ну, а так, в принципе, все. Пойдет. Пойдет. Ну, что, воротничком нормально. Вот фаску, да, я не снял, блин. Хотел еще здесь. Я думаю, не смертельно. Тут фаска легко снимается ножом. Она мягкая. Не знаю. Мне кажется, бронза надежнее была бы, да? Ну ладно, пусть будет, что будет. Так, мы получим вторую. Только сразу сейчас. Чтоб не отдарать. Хотя сейчас я такой классный. Ох, Андрей, сейчас ты отдашь. Андрей поверил. Надо сперва проточить. Сейчас плюс побольше. 4, нет, 5. Так же получилось. Чуть-чуть поменьше. Да, поехали. Yeah.
Вот это, наверное, у нас туже получилось, я думаю. Хотя нет, нормально. Да, ось будет вбиваться. Ось будет вбиваться. Да что не будет вбиваться? Ну да, вот это тугая втулка получилась. Это послабее. Ну все, вот такое небольшое видео. Втулочки вроде получились у нас. Ходят они так, ничего. Туговастенько, конечно, но проходят. Я думаю, шаропласт разработается. Лишь бы вот тут я не прослабил. Но тут я никак не могу сейчас. Сделал, можно сказать, по этой. Как говорится, какие были размеры, так и сделал. Ну и что, буду перетачивать. С бронзой буду на крайнях точить. Посмотрим, сколько они будут ходить, эти фторопластовые. Втулки. Еще расскажу, это на ИШ, на коляску. Нам, кстати, тоже, да, надо такие? У нас остальных гость болтается. Хотя у нас есть еще одна какая-то. Ну, вот такая баланка. Надо было еще длину померить, сколько ушло, да? Наверное, половина ушло, да? Нет? Сколько она была? Ну, так где-то. Вот так где-то. Третья часть ушла. В принципе, еще должно хватить на 4. Есть вот такие. Хороший, конечно, фторопластик. Ну, вот так вот. Заходите на драйв, заходите в плейлист, токарная там обработка у меня есть. Комментируйте, оценивайте, делитесь с друзьями, ждите новых видео. Ну а на этом всем спасибо за внимание и до свидания. Thank you.